Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса финансовой поддержки центров молодежного инновационного творчества. Экспертная комиссия одобрила 12 из 48 поданных заявок. В числе получателей гранта оказался и Одинцовский ЦМИТ. Наш центр инновационного творчества получил грант в размере 1 миллиона рублей. На эти деньги будет организован 4-й фестиваль робототехники и технологий «Робосити», сообщил глава округа Андрей Иванов. Планируется, что в нем примут участие около 2000 человек.